Губернатор Приморья Олег Кожемяк открыл торжественную церемонию закладки первого камня новой ледовой арены во Врангеле. О создании такого объекта ранее просили сами жители поселка. Вот такой пример социальной ответственности бизнеса, вложения больших средств в спортивную инфраструктуру мы всегда приветствуем. Порт Восточный лидер в этом отношении по финансовым затратам. Но есть и другие компании, которые также мы состав его оказывает поддержку футбольной команде, строит стадионы. Приборженская база тралового флота построила физкультурно-оздоровительный комплекс. Губернатор отметил, что правительство Приморья готово оказывать необходимую поддержку при строительстве ледовой арены. Но вот такое развитие спортивных объектов – это хороший шаг навстречу массовым занятиям спорта, навстречу будущему. Это тем, чтобы малыши уже перенимали тот опыт, который есть у существующей команды «Адмирал», и дальше продвигали Приморье на спортивных аренах. Самое главное, что это растет здоровое поколение, это вклад в будущее, на который не надо жалеть деньги. Вот, то есть эти траты окупаются именно поколением молодых ребят, патриотично настроенных, любящих свою страну, любящих спорт. Грандиозный объект общей площадью свыше 6000 квадратных метров помимо ледовой арены включает универсальную спортивную площадку, воркаут-зону и административное здание. Анна Дьякова, новости на Восьмом.